Закройте глаза, позвольте всему напряжению уйти из вашего тела, а мыслям медленно проплыть мимо вас и раствориться где-то вдалеке. Сосредоточьтесь на себе, на своем внутреннем пространстве. Представьте, что внутри у вас источник божественной энергии. Вы погружаетесь все глубже в себя и соединяетесь с ним. Он дает вам силы на осуществление ваших желаний. Представьте, что в бескрайнем темном пространстве перед вами, где-то в отдалении, появляется светящийся золотой прямоугольник. Свет от него ярким лучом направляется прямо к вам и ложится вам под ноги, словно дорога. Вы ступаете на эту дорогу и идете по ней. Вам очень легко идти, вы почти невесомы, ноги не касаются земли. По мере вашего приближения вы видите, что золотой прямоугольник – это дверь, которая становится все больше и больше. Миг, и вы уже перед дверью. В руках у вас сам собой появляется золотой ключ. Вы лишь прикасаетесь к замку, и дверь открывается. За ней прекрасный мир, где все создано специально для вас. Делайте шаг и окажитесь там, в этом мире. В своем воображении создайте там образ вашего исполнившегося желания. Создайте для себя все те чувства и ощущения, которые хотите испытать. Обратитесь к своему божественному Я и скажите: «Вот то, что я хочу, да будет так». Некоторое время оставайтесь в этом состоянии, затем почувствуйте свое тело и откройте глаза. Представьте, что ваш прекрасный золотой мир исполнившихся желаний остается с вами.